Всем привет, ребят. Всем привет. Я съездила с Анечкой уже к педиатру. Мы вернулись, она уснула. Да, нам ее стало жалко. И, ну, вытаскивать. И, в общем, занесли ее в кресле. Ну и плюс в ее рядом с ее комнатой там идут демонтажные работы. И чтобы она поспала. Да. Да. Мы сели кушать, я сделала омлет. Доедаем салат. Чаек. Сухой хлеб с маслом и рыбой. Да, точно. Вот. И сидим, изучаем тему спа-бассейны или джакузи. Там в них, оказывается, есть разница, есть различия. Угу. Вот думаем, мы, скорее всего, поедем. У нас тут недалеко есть одно место, где продают, и проконсультироваться. Что нам нужно вывести, нужно что-то для установки, нет. Ну, в общем, хотим разузнать по максимуму эту всю тему. Потому что я понимаю, что если мы что-то хотим, это нужно делать вот весной, потому что летом уже будет сезон, и 100% не будет чего-то в наличии, или либо же очередь до августа, как у нас это было в прошлом году с этими кондиционерами, что мы ждали. Ну, и да. Газон мы тоже. Не, ну газон мы тоже ждали газон, потому что были очередь, и нас как бы в промежутках впихнули и нам быстренько сделали. Вот поэтому нужно делать все сейчас, вовремя. Но у нас сейчас мы хотим все разузнать, уже решить, ну, да, какой как у нас там сразу. Бюджет. Да, по срокам тоже. По срокам, да, все сделать, хорошо посчитать. Потому что мы всегда мечтали с вами, чтобы была вот эта вот джакузи с подогревом, чтобы потом и осенью, и зимой можно было пользоваться. Ну, в общем, такие планы, а там посмотрим, как оно пойдет. Да. Вот, так что давай кушать. Угу. Уже у нас тут в камине целая куча золы. Смотрите, вчера натопили, нужно будет сегодня это все дело убирать. И я вытяжку так и не показывал. В общем, вот мы ее установили с папой. В итоге она пришла по нормальным размерам, но ее нам пришлось обрезать. Вот видите, насколько мы ее обрезали. Потому что тут идет металлическое такое крепление. И мы его не стали обрезать, потому что на нем держится весь гипсокартон. И обрезали саму вентиляцию, вентиляционную эту. Достаточно. Да, хорошо. Да. Ну, мы будем смотреть. Но я, кстати, трогал. Короб вчера трогал, он был вообще не горячий. Mm-hmm. То есть то, что вы утеплили, да. То есть температура вот эта, которая там нагревается, воздух, она выходит как раз через эту вентиляционную шахту, не знаю, решетку. И подача идет теплого воздуха. Вот, ну, я видела на дизайнах, делают и две, и три таких вот решетки. Не знаю, надо нам будет или нет. Вот, но мы с папой тогда все обрезали, все покрасили, заварили. Ну, получилось вообще как фабрика. Только там нужно будет немножко подкрасить, подмазать. Потому что когда разрезали, немножко там треснуло в одном месте. Ну, это меньше из бед, да. Когда ребята приедут там доделывать моменты. Мы им покажем, что там тоже сделали. Потому что, по идее, они должны были это сделать, но пока они не приехали, мы решили, что сами сделаем. Что-то ничего сложного. Все, кушаем. Да, давай. Так, я сейчас через приложение зайду и включу наш робот-пылесос, который у нас в Андоре. Очень классно, что через приложение можно просто зайти и включить нашего Жорика. Он раньше был у нас на втором этаже, вот, но мы его отвезли в Андору. И сейчас можно включить. Смотрите. Аня! Нет, 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 это нельзя, не нужен тебе. Это тебе не надо. Блин, сейчас. Сейчас, ребят, спрячу эту коробку. И вот, и мы отвезли нашего Жорика в Андору, и теперь неважно, где мы находимся, мы можем включить в приложение нашего помощника, и у нас всегда будут чистые полы. Так что перед нашим приездом мы приедем, а пол будет чистый, не будет ни шерсти, никакой пыли. Так что это очень удобно.
Вообще, Dreame D10 Plus – это лучший робот-пылесос со станцией для сбора пыли на рынке за свои деньги. Цена-качество просто 100%. Знаем на собственном опыте. У этого красавчика очень высокая эффективность очистки. Вот эта станция на 2,5 литра, то есть до 45 дней ее можно вообще не трогать, и поместится туда очень много пыли, шерсти и какого-то сора. У D10 Plus есть встроенные датчики, которыми он сканирует окружение, и таким образом он знает, где пылесосить, и экономит больше времени на уборке. Ну и естественно, он и пылесосит, и моет пол. Есть вот такая вот специальная насадочка, туда заливается вода, а саму тряпочку можно стирать. Можно запустить как сухую, так и влажную уборку. Просто незаменимый помощник, особенно если у вас есть питомец. Часто, пока я занимаюсь другими делами, он у меня убирает. Полы дома у нас абсолютно всегда чистые. Вот такой красавчик-помощник теперь у нас есть. Если кому интересно, я оставляю на него ссылочку в описании. И, кстати, до 26 марта вы можете купить D10 Plus со скидкой в 66% за $380 на AliExpress. Так что торопитесь. Красотуля наша. Аня! Чего там? Камень? Давай сюда. Не надо. Не надо. У меня тут вовсю растет салат. Веточка укропа. Тут еще салатик. Но я не садила. Я вот это вот хочу немножко потом рассадить. Они побольше вырастут. И сделаю такие. Потому что сейчас они хаотично выросли. Вот, а здесь, смотрите, разбух горох. Прям разбухли эти горошины. Я их сегодня поливала. Ну, здесь, я надеюсь, вылезет укроп. Так, куда ушла моя красавица? Занютка же глаз да глаз. Ты куда? Анна! Ты куда пошла? Сама? Без мамы. Давай руку. Пойдем вместе. Куда бы ты хотела пойти? Красивая. Вот это вот огромная, нам такая не нужна. Офигеть, они гигантские. Так, мы потом после джакузи заехали еще вот в Лерой. Взяли мне такой мини-огород на ножках. Мне он очень нравится уже с какой? Третий год. Там что-то пытаюсь вырастить, и вроде что-то растет. Вот взяла третий и взяла семена лука и базилика. В итоге у нас будет весь дом засадом. Нет, три достаточно. Или один достаточно? Ну, кто же знал, что... Нас тебе так понравилось. Что попрет, да. Поместится? Да-да, должно поместиться. Да, крышечку. Крышку можно на голову надеть. Ага. Тебе. Так, взяли подставку, чтобы Ванечка не достает у нас на первом этаже до умывальника. Колесо на тачку взяли. Щетку для этого бассейна. Ой! Сучок еще для бассейна у нас порвался. Вот, хоп. И все. Сегодня буду заниматься этим. У нас и дренаж, все есть. Можно будет сегодня посеять семена. Анюткинс хочет спать. В магазине не уснула. Я думаю, сейчас будем ехать домой. И она уснет. Держи. Так, ребята, у нас уже вечер. Катя съездила, забрала Ванюшку. Давно. Мы уже все поели. Ребята уехали.
Смонтировали сегодня одно окно, планировали два, но... В общем, у нас здесь очень кривые стены, и искали оптимальное решение, куда поставить окна. И как бы первое окно заняло очень много времени. Не знали, как лучше сделать. Я в итоге решил утопить немного окно, сделать короче, сейчас подождите, покажу вот так. Вот наше. Вау, как круто смотрится, смотрите, какой кайф. Стекло, конечно, все грязное, его мыть надо. Да, здесь внутри все чисто. Окно большое достаточно. Ну, у нас теперь вот если кровать поставить, можно будет, в принципе, кровать поставить прямо посередине этого окна. Но тут, знаете, почему мы не ставили? Из-за батареи. Батарею вообще можно ее снять. Да, мы ее, наверное, снимем. Наверное, ее просто аннулируем и все. Тогда можно будет кровать поставить посередине. Ну, в общем, в любом случае, потом будем делать ремонт. Вот. И окно я решил утопить на 5 сантиметров. Здесь у нас будет небольшой откос. Потому что раньше у нас окна были вровень. Видите, это все штукатурка. Очень плохо сделано. Все отваливается. Это будем потом сбивать. И ну, уже делать нормально. Поэтому вот здесь... Небольшие такие откосики сверху, снизу. И также нужно будет делать снаружи. Вот такие вот ровные тут колонны. Видите? Разлет какой. Это все запенится, все заделается, все будет красиво. Вот. Поэтому времени много заняло. То, что искали лучше. Потому что я не стал делать, ну, не стал просить, чтобы делали вровень, как у нас было. Потому что внизу, когда делали ремонт, это потом вылезло боком, то, что у нас было западлицо. Когда особенно все равняли стены, окна стояли по стенам, а стены кривые, поэтому там, короче, не очень. Вот здесь у нас вот такая красота. Ну, супер. Завтра, я думаю, установят, может быть, два окна. Уже не будут тратить время на разметку и уже сразу могут устанавливать лазер. Они тут ставят и от лазера уже пляшут. Ну, такая красота. Эти кошки у нас будут тут. И камера. Двигай сильно. Садись. Садись. Давай ключи. Да, да, садись. И вот твой десерт. Сладенький. Приятного аппетита. Настирает машинка, точнее, в это выжимается уже. Сейчас уже через 6 минуточек закончит. Я поубирала на кухне, загрузила все тут у меня в раковине, чистота, все загрузила в посудомойку. Вот я с дивана видела вот эти пятнышки, меня так смущали.
Поэтому я их сейчас вытру. Так, что оно не вытирается? Что это за пятно? Почему не вытирается? Все. Тут Ваня с Аней. Кошмар. Дети. Вот. Все, пирог получился вроде как вкусный. Ваня с Ванюшкой оценили. Но Ваня предлагает его разрезать и каким-нибудь кремом. Я думаю, даже если просто йогурт там смазать... Я бы, чтобы его разрезал бы на три части. На три? Смазал бы каким-нибудь шоколадным кремом. Вкусным. А второй разрез смазал бы каким-нибудь вареньем. Вкусным. Был бы очень вкусный такой шоколадный тортик. Ну, здесь это французский. В Андорре я смесь покупала французскую, так как мы рядом же с Францией. И что во Франции, что у нас в Испании вот любят такие вот просто бискотчерс, просто вот такие вот бисквиты. Вот. Ну, Ванюшке нравится, он все время что-нибудь просит, и я решила испечь. И опробовала заодно духовку, что ее тетя пользовалась, делала мясо по-французски, а я вот приготовила пирог. И вот заляпано, хочу протереть. А еще меня Ваня вымазал хумусом. Маленький. Нет. Да, маленький Ваня хумусом меня вымазал. Он говорит, закинуть в стирку. Сейчас у меня темное стирается. Светлое завтра закину. Да, мы думали, что мы сегодня уедем ночью в Андорру. Но мы остаемся на еще один день. Завтра приедет стол обеденный. Ура, ура, ура. Первую половину дня, я не помню, говорила или нет. Мне кажется, я в Инстаграме говорю. Смотрите, жует. Открыл холодильник, хумус. Он такой вкусный. У нас Ванюша тоже он любит хумус с морковкой. Вот это вот он меня и измазал. А еще я постелила вот такие вот, как они называются, плейматы сюда. Короче, вот этот камень нас жутко раздражает звук, когда ставишь чашку, стакан, тарелку. Такой звук неприятный. И всегда хочется на что-то поставить. И вот я достала, они тут супер смотрятся. Прям класс. И приятненько. И доску я сюда тоже хочу заказать с бортиком таким тоже большую, ну, чтобы удобно было резать. Хотя на этой поверхности нам сказали, что можно резать, можно бить, можно что угодно делать. Вот. Каминчик у нас уже наш тухнет. А нет, горит еще. Я думала, он потухает. Тлеет. Вот. Навела порядок, пока нет детей, пока дети спят. И вот так лежу, кайфую. Все, я шла выключить. Потом увидела камеру. Все, иду купаться. И надо поставить телефон на зарядку. Я сегодня весь вечер искала, смотрела, сохраняла, делала заметки по поводу второго этажа, какой мы хотим проект, какой мы хотим ремонт, и переписывалась с нашим дизайнером. Вот, и да, я вся сейчас в поиске, я не знаю, как сделать классно наш второй этаж, именно расположить все, что нам нужно, чтобы это было удобно, чтобы это было... гармонично, грамотно сделано. Вот, так что, да, сейчас у меня голова теперь болит вторым этажом. На первом этаже еще много всяких мелочей. Не, немного. Почему? Ну, смотрите. Ну, в целом просто не хватает. В целом, смотрите, не хватает жалюзи. У нас будут деревянные такие классные. Ограждения. Ограждение на... Ограждение стекло. Мы все не можем найти слитное стекло, чтобы нам его не резали напополам. Это оказалось прям что-то сверхъестественное. Нам нужен вот сюда вот такой вот шкаф
до вот этого потолка. Он такой будет 50 сантиметров. И потом такая вот тумбочка. Сюда мебель нужно заказать. Мы еще этого не сделали, потому что мы до сих пор не выбрали человека, который нам будет это делать. Нам нужно организовать здесь наши... Сейчас включится свет, датчик сработает. Вот здесь и вот здесь нам нужны тоже хранения. Это все наш дизайнер сейчас в поисках, но испанцы очень медленные, а мы не могли заранее это все делать, потому что ну, пока там пол, пока все остальное. Вот в ходе ремонта у нас образовалась вот эта вот штука, колонна, да, такая там в ней коробка с электричеством спрятана. То есть нельзя было. То есть здесь у нас будет открытая система хранения, здесь у нас она будет закрытая, но у нас есть лимит по этой стене, потому что у нас тут будет дверь, которая вот так вот ездит. И то есть вот на ширину двери, да, вот это, и представьте, оно будет заезжать сюда. Только все остальное у нас может быть... Ну, короче, у нас много нюансов. Вот у нас мебель осталась. Потом сюда декоративное зеркало. Сюда не хватает. Вот оно прямо вот так вот на всю стену. Ой, я показывала, я оно это... Сейчас приедет стол, стулья, потом в дальнейшем еще сюда ковер приобретем, и сюда не хватает лампы. И все. Ну, то есть по мелочи, да, понимаете, мелочи, но там чуть-чуть, в целом-то все готово, вот мы, скорее всего, завтра повесят люстры уже, потому что уже вообще, ну, не хочется с этими лампочками, люстры уже есть, нужно просто их установить. И ой, как хорошо тепло возле нашего аквариума с огнем. Класс. Да, и вот потихоньку доделаем. Самое важное, самое главное, что мы в принципе все сделано, осталось какие-то мелочи. Без этого зеркала нормально. Вот единственное, что ненормально, так это без хранений, потому что обувь Аня таскает, складывать ее некуда, и мы вот ее вот так ставим. Потому что она все везде достает. Вот тут вот ящик должен выдвигаться вот так. И туда складываются эти. Временно у нас до того, пока мы не сделаем ремонт наверху, у нас будет сушилка и стиралка стоять здесь. Потом, когда мы будем все переделывать в ванную комнату на верхнем этаже, тут все переедет туда. И здесь будет опять много хранения для одежды. Ну, короче, и для обуви. Вот. В ванной комнате вот нужно повесить только полотенцесушитель вот сюда, и все. И в ванной все готово. Здесь все есть. Тут ничего не доделывать, не переделать больше не нужно. Вот взяли в Leroy такую вот подставку. Она как раз тоже серая. Очень удобная, что она складывается. Ее можно убрать аккуратненько, и никому она не будет глаза мозолить. А вонюшке удобно, можно сам прийти. Сейчас Аня тоже подрастет и тоже будет сама подходить и мыть ручки.